Не только словесной, но и настоящей потасовкой завершилось принятие Верховной Раде Украины законопроекта об основах государственной и языковой политики. Первой реакцией на это стало заявление об отставке спикера парламента Украины Владимира Литвина и его заместителя. Как сказал потом один из депутатов, они нас развели, как котят. И в первую очередь развели меня. А по большому счету они развели Украину и весь народ. И я думаю, что плоды этого мы будем пожинать в будущем. При таких обстоятельствах я прошу вас принять мою отставку, сказал Литвин. В соответствии с документом, язык нацменьшинства получит статус регионального в тех областях, где доля данной этнической группы превышает 10%. Так русский язык приобретет статус регионального в 13 из 27 областей. В Киеве и во многих других крупных городах Украины проходят акции протеста. В столице манифестация собрала около 1000 противников языкового закона. Акция проходит у центра «Украинский дом» на Европейской площади, где президент страны Виктор Янукович собирался ответить на вопросы журналистов.